сегодняшнего дня. Сапоги Летисия, бренд La Vida by Wilmar на ваших экранах. Если вы мечтали о женственности, элегантности, о теплой паре обуви, то вы обратились по адресу. Цена только сегодня 2999 рублей и супер предложение от бренда La Vida в трех цветовых решениях. Бордовый, коричневый и черный. Наш звездный стилист Микола Комендров с удовольствием познакомит нас с этим предложением. Это молодой бренд, который появился в прошлом году. И, кстати, этот бренд представлен только эксклюзивно на нашем телеканале. И создан он был только для нашего телеканала. Бренд Wilmar решил разработать уникальную третью линейку, которая совмещает в себе как модные тенденции, классику всех времен и народов и, безусловно, конечно же, российские реалии. Поэтому данная модель представлена в категории до минус 25 градусов. Трендовая пара обуви на толстой мускулинной подошве, элегантная женственность в размере 47 сантиметров в длину и, конечно же, изысканный дизайн в виде вот такой красивой элегантной бабочки в инкрустации, которая является символом бесконечности, символом постоянной жизни и вашим ангелом-хранителем. Пусть эти сапоги принесут все самое лучшее в вашу жизнь. Бабочка буквально прилетела из лета и душу согрела. Линейка La Vida by Wilmar. Они следят за модными тенденциями, они делают ваши ноги невероятно привлекательными. Цена только сегодня 2999 рублей. Размер от 36 до 41. Размер в размер. Три цвета на выбор, друзья. Коричневый, бордовый и черный. Выбирайте как можно скорее. Я для себя выбираю коричневый. Я в восторге от этих сапог. Мне действительно очень нравится дизайн. И мне нравится, что наконец-то, знаете, вот необычная пара обуви. Не то, что мы привыкли видеть на каблуке, манка, да, или еще какой-то момент. А что действительно очень классная подошва. Я вообще люблю такие плотные подошвы. Они всегда теплые. Но хочу тебя спросить по поводу тренда все-таки этого сезона в этой подошве. Здесь у нас с вами безусловный тренд. В этом сезоне как раз-таки дизайнеры решили совместить сапоги, которые мы привыкли видеть на обычном мужском каблуке, да, солдатской фасона, а здесь решили совместить с подошвой. А проказница Миучи Прада, как раз-таки, которая является трендсеттером, вот вы, пожалуйста, видите ее модели. Она, кстати, всегда является тем самым дизайнером, который задает тон обуви. В свое время она сделала стеклянную подошву для мужских сапог, сейчас уже многие видят лоферы на толстой подошве, а теперь, наконец-то, появились и сапоги. Я чувствую, скоро и носки на толстой подошве начнут появляться. Ну, а почему то бы есть, и нет? Это дает комфортабельность, удобство, сохраняет вашу походку в зимний период такую же женственную, обеспечивает непромерзание внешней стороны, потому что 4,5 сантиметра мы получаем с вами подошву, а вот внутри под этим красивым элегантным дизайном скрывается инновационный мех, который согревает до минус 25 градусов. Пушистая фактура, напоминающая кролика, а с внутренней стороны основной мех, это у нас с вами под мутон. Мягкая фактура, густая фактура, не имеющая проплешин и залысин. Красивый оттенок, очень тактильные, приятные ощущения. И самое главное, смотрите, опушка у него сделана под кролика. Если бы я не знал и не разбирался в мехах, я бы действительно подумал, что это натуральная шкурка. Сегодня вы получаете инновационные материалы от бренда La Vida в их линейке Wilmar. Дорогие друзья, цена только сегодня 2999 рублей. Это абсолютно лимитированная коллекция. Такого нигде вы больше не найдете, кроме телеканала Shop & Show. Бордовый, коричневый, черный, размер в размер. И давайте, кстати, подумаем, да, все-таки не у всех такие тонкие щиколотки, да, тонкие голени, как бы хотелось. Действительно, у всех ли застегнутся такие сапожки? Да, действительно, застегнутся у всех, потому что бренд La Vida, мне кажется, стал из моего личного анализа один из самых универсальных моделей, у которого уже категория адаптации зоны под икру идеальна. Какую бы модель мы ни представляли от La Vida, она всегда хорошо садится по икре. 45 сантиметров объем Татьяниной икры. С удовольствием она выбирает свой размер и садится по ее ножке. Это еще не предел. Растяжимость изделия до 55 сантиметров. А значит, если у вас 30, 40, 45, 50, 55 обхват икры, ваша модель сегодня как раз-таки представлена у нас. То вы обратились как раз по адресу. Действительно, сплошное наслаждение.
1999 рублей. Друзья, добирайте две пары, чтобы получить бесплатную доставку от телеканала Shopping Show. Также оплачивайте картой онлайн и получайте 5% скидку. Ну что, давайте узнаем у нашего маэстро вообще, к грязи устойчивы такие ботиночки, да, и как за ними ухаживать после, если вдруг испачкал такие ботинки. Что касается именно ухода за таким вот эко-велюром, в данном случае вам нужна будет всего лишь навсего щеточка. Ее можно приобрести в любом магазине. Она имеет две структуры шерстки. Одна шерстка напоминает зубную шерстку, ей мы стряхиваем и снимаем всю засохшую или полусухую грязь. Силиконовыми специальными элементами с другой стороны мы взбиваем сам нубук для того, чтобы прочесать его и вспенить. После этого проглаживаем ладонью. И все, чистота, блеск, красота. Чистота, блеск, красота, а главное, удивительная лимитированная коллекция. То, что вы найдете только здесь и сейчас. Вы все такие разные, и все сегодня получают для себя абсолютно разную пару обуви. Такая пара обуви будет именно только у вас, мои любимые красавицы, потому что вы знаете, что это модно, стильно. Коричневый, бордовый и черный. Какой выбираете цвет, вы решаете только вам. Минус 25 градусов, вам всегда тепло и комфортно. Цена только сегодня 2999 рублей. Идеальная подстройка по вашей ноге, идеальный выбор размера. Микол, на что еще обратим внимание? Здесь мы хотим обратить внимание на девятую полноту, потому что она впарна для каждого размера, а мы с вами знаем, что приобретая обувь от концерна Wilmar, вы чувствуете комфорт и посадку, как будто ее создавали для вас. То же самое и в линейке Q4, и то же самое в новом молодом бренде, который был запущен в августе, а уже больше миллиона пар обуви разлетелось по стране. Кстати, в недавнем звонке мы поняли, что те, кто взял одну пару Лавиды, уже забирает для себя вторую. Будьте абсолютнейшим эксклюзивом и забирайте для себя самую трендовую пару обуви.